И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега и Сундук. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, прохождение FNAF 1. Серега, поздоровайся. Всем привет. Как и обещали, мы сегодня поставим сложный уровень. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Я хотел сначала, Серега, взял 20, ну, думаю, поставим 15. Это и так будет очень сложно. Ребята, надеюсь, вам понравится. Вы поддержите лайкосиком и подпишитесь на канал. Серега, ты же помнишь, да, как тут, какие правила? Очень жесткие. Так, главное дверь не загораживать, кто там стоит. Бонни, как всегда, уже чекает. Давно не было прохождения, недели две мы не играли. Ё-моё, я хочу камеру на Фокси поставить. Да? Во, уже готовится бежать, смотри. Так, ты будешь контролировать. Бежит, закрывай дверь. Отлично, молодцы, ребята. Офигеть. Я думал, уже сюда пришли. Нет, никого нету. Опа! Я успел. Все четко. Мы тащим. Так, никто и не говорил, что будет легко. Будет очень сложно. Он еще стоит. Я буду теперь проверять перед тем, как открывать. Музыка, как все начала играть. Это они ожили. Это, наверное, марионетка сегодня будет еще тут ходить. Они реально так долго стоят возле двери? Фокси! Молодцы, ребята. Так, сколько у нас время? 12, час ночи. Все отлично. Будем ходить со временем. Ушел. Отлично. Фокси снова готовится бежать. Серега, может у циферки... Я говорю, готовится. Серега, может у циферки сколько раз он будет бегать? Или нет, я не знаю, как оно будет. А он уже просто руки выпрямил на камеру. Он лунатик ночью ходит. Бежит! Закрывай, красава. Сейчас, наверное, с этой стороны, как сюда приходят. Так. Уже третий раз Димас он пошел. Это офигеть, какой борзый фокус. Это за час. Так, тут Фредди стоит за углом. Я его спалил, сначала его не увидел. Видишь? Не видишь. Бежит! Закрывай. Красава. Да что такое? Че он такой резкий? Да что это за Фокси такой, а? Ну, видишь, он много энергии не тратит. О, я успеваю Чикса. Так, ну, она будет долго стоять. Открой, зачем ты закрыл? Он камеру, короче, загораживает ухом, чтобы мы не видели. Да я вижу. Фокси, вон он, видишь, желтый это? Да-да-да, видно, видно там краешек. Бежит! Да что такое? Серега, представь одному играть. Так, ушли. А может, попробуешь? В следующий раз? Да. Ребята, если вы хотите, чтобы я записывал эту карту сам на максимальной сложности, ставьте плюсик. Если будет очень много плюсиков, я запишу. Ну, конечно, будет очень стрёмно, но я постараюсь. И можно сразу количество... И сразу количество раз, сколько я раз сольюсь. Бежит! Да что такое? Вообще нереально пройти. Знаешь, кого нету? Голдена. Угу. О, снова готовится бежать. Может, двери вообще не открывать? Энергию. Да, мы проиграем тогда просто. Все спокойно. На улице погода, как всегда, конченая. Бежит. Закрывай. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Это изи будет. А нам, мне кажется, бежит. Энергии не хватит. А знаешь, как вот с батареей показывают, что максимум, а потом резко раз и пустая. Вот как-то странно очень работает. Но мы двери, видишь, считай, открыты у нас всегда. Отлично. Знаешь, кого нету? Голдена. Голдена и вот этого фиолетового. Бежит! Это просто офигеть, какая сложность. Напишите потом в комментах, сколько раз он пришел. Посчитаем. Я думаю, что уже раз 8-10 прибежал. Снова готовится бежать, вот. Сейчас подбежит. Там твоя сестра чихнула. 2-1. Погнали. Нет, не бегут. 3-2-1. Нет, Серега, не получай. Офигеть, какой сложный уровень.
Так, он что-то у меня время пропало, а почему? Мы что проходим дальше? Ну, мы не слились. Так, Фредди пришел. Все спокойно у нас. Все без напряга. В этот раз мы как-то очень органично проходим. Организованно, органично. Так, отлично. Чика пришла. Ого! Ты видишь, как они нас атакуют? Три часа. Пришел. Не открывать, не открывать. Да он долго, кстати, будет стоять. Придется нам, ребята, сейчас энергии нормально потратить так. Ровно середина ночи. Музыка такая нагнетающая. Мне нравится здесь. Стоит. Не открывать двери. Красава. Постараемся в этом видео не злиться. Так, ушло. Так, это к вам или к нам? Офигеть! Его там не было! Так, ночь будет продолжаться дальше. Всего один раз. Это реально сложная ночь. В тот раз мы вообще сливались миллион раз, но мы как-то тупо играли. В этот раз попрофессиональнее будет. Бежит! Офигеть. Получается, Бонни ушел и сразу пришел. О, начинается анимация стрёмная. Ну, главное, что ночь не сбросилась. Мы проходим. Я им сейчас стол. Забери свое говно. Пришло! О, жопа с ручкой. Да, ты его знаешь? Да. Я тоже. Он у меня шарик спер. Это Балунбай. Слышь, Балунбай, отдай мой шар. Бонни стоит, двери никто не открывает. Стоим, ждем, 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 никого нету. Можно открывать. А, нет, стоит. Пришло, а кто там пришло? Фредди пришел. Там. Фредди пришел. На этой стороне никого вроде нету, да, Серега? Угу. Да как? Да что за жопа? Как он нас убивает? Так, 4 часа ночи, я закрываю опять дверь. А, у нас всего села третья часть батареи. В принципе, очень хорошо. Мы тащим. Обрати внимание, что за атака бесконечная? Угу. Так, активация Фокси пошла. Решил передохнуть. Угу, позже нас замочит. Смотри, одновременно пришли вдвоем. Так. Purple Guy начинает мочить. А может, когда он... Фокси бежит! Закрой! Отлично, чуть не... Ого! Втроем с этой стороны и там пришло. Димас, они походу, знаешь... Как тебе сказать, они ближе к концу, ну, ночи... Очень сильно. Прям сильно атакуют. Этот сложный уровень оправдывает себя. Представь, Серега, что будет на двадцатке. Ой, мама мия, все аниматроники под нас, и игрушечные, и обычные. Так, так, так. Так. Никого нету, очень как-то подозрительно. Открываем калитку. Бежит! Так, 5 часов, мы должны затащить. Так, сколько энергии у нас? Опа, уже осталось чуть-чуть. 30%. О, блин, я испугался. Едить, колотить. Чё ж я так дернулся? Да неожиданно там трупейшн стоял. Ой, аниматроник сделал меня трупейшеном. Фокси бежит, закрывай дверь, быстро. Офигеть. Прям хардкор. В данный момент мы с сундуком умерли 2 раза, Димас 3 раза. Да потому что тут додик это... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, успеваю. Отлично все? Отлично. Вроде да. Ну вот Фокси готовится бежать уже. Там Бонни стоит, не открывайте дверь, не вздумайте. Мы не прошли, как всегда. Потому что мы слились. Но в этот раз, в принципе, есть шанс у нас пройти с одного раза, не проиграть. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!